Всем огромный привет, с вами я, DarkPlay, и в этом видео мы будем с вами обозревать самую первую версию Los Angeles Crimes. Вы как можете заметить, она даже называется Los Angeles Crimes Android. Ну, то есть ее в Play Market нету, а только она есть в Google. Ссылку я на нее оставлю в описании, если вы захотите поиграть. Ну что ж, перед видео поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать больше моих видео. Ну и мы начинаем, давайте. Начнем с того, что здесь, типа, такая менюшка, тут ни карт, ничего нету, типа. Типа, как GTA 5, можно сказать, на телефон. В общем, вот, это, ребята, версия 1.9. Ну, давайте, тут в настройках у нас только отражение света, качество теней, вождение стрелками, не стрелками можно сделать. Давайте все-таки перейдем к обзору, нажимаем play. Сразу видим, что у нас, типа, тут всякие картинки, да, картинки из GTA 5. И вот мы очутились. Да, ребята, это первая версия Los Angeles Crimes. Я думаю, вы знаете эту карту, типа, последняя карта, по-моему. Вот, сразу же тут спавнится NPC, вот такой вот, которого можно, кстати, бить. Здесь, кстати, есть рукопашный бой, в отличие от Los Angeles Crimes, ну, это настоящего времени. Ну, и также тут мы можем замедлять время. Так, ну, здесь мы, конечно, это, типа, создавалось как GTA все-таки на телефон. Это мы здесь играем за Майкла. Я в него раньше, кстати, играл. Тут у нас есть мобила. Можем замедлять время, можем достать любое оружие. Вот, мы убили NPC. Вот, тут, кстати, бесконечные патроны, смотрите. Сколько бы мы ни стреляли, тут даже, типа, это, ой. Ну и мы здесь можем также падать, типа, и также эпичные всякие киллы мы здесь делать. Ну давайте я вам расскажу еще одну приколюху здесь. Сейчас, типа, вот. Ну тут управление вообще неудобно, если честно. Вот так, допустим, вы такие подходите, такие, бам, вас. И тут такая вот штукенция, как в GTA, естественно. Но, знаете, как только вы умерли, вы очутитесь сразу в главной менюшке. И вы возродиться, то есть, вообще не можете. Так, ребят, давайте я вам покажу также, если вы захотите в эту игру поиграть, некоторые коды на машину и также на мотоцикл. Заходите в контакты, нажимаете вот сюда вот и вводите, собственно, пароль 12 1999 39, и, допустим, код на машину до 42, вот так. И у вас прямо перед вашим носом спавнится тачка. Так, давайте я в нее залезу. Че, у меня забагался телефон? Ребят, телефон забагался, короче. Такая тачка, я не знаю, ребят, как, какой модели, кто разбирается в GTA 5, если вы играете, то напишите. Вот такая вот тачка. Вы можете хоть миллион тут заспавнить, делать аварии всякие. Ну, вот такое вот здесь управление. Вот от первого лица. Давайте сделаем обзор по этой песочнице. Вот тут такая вот штукенция. Давайте врежемся. У нас отлетает бампер. Ага. Ну вот, когда я играл перед записью, да, тут, короче, прям, я вот в этот вот врезался, столб вот, на который я сейчас еду, а меня прям тачку разорвало просто. В общем, вот так вот, ребят. Кстати, даже фары, ребят, включаются. О. Тут даже, тут, кстати, еще делается ночь и день, так же, как в Los Angeles Crimes, в нормальной версии. Ну вот, собственно, вот так вот мы с вами погоняли. Колеса тут не спускаются. Короче, вот. Давайте я вам сейчас еще покажу код на мотоцикл. Вот сюда нажимаете, опять сюда же 1999 и 4 однерки. И появляется мотик. Вот, собственно, давайте мы на него сядем. Тут также, если посидеть примерно секунду 3, Майкл будет у нас одевать шлем. Вот, ну и, собственно, погнали. Такой вот байк или это прям нормальный. Гоним. Мы посмотрим, что наверху. Типа тут полоса препятствий, я хочу пройти на мотоцикле. Поехали. И просто мы сразу, я падаю сразу в бездну. Ребят, вот в общем, если вы здесь упадете в бездну, вам надо будет перезаходить. Ну здесь,
только вы играете в одиночный режим, вы не можете играть тут с другом, сразу вам скажу, потому что это еще начальная самая версия. Онлайна здесь нет. Сделаем бои с этим вот NPC, давайте. Чё ты? Ой. Блин. Всё, чё, мы его мочканули? Давайте заспавним еще одного чела. Я вам сейчас покажу, как его спавнится. 1999, да? И, по-моему, 0. Да. Сколько вы налей поставите, столько человечков у вас и появится. Давайте с ним теперь бой устроим. Шимпанзе, чё ты? Давай! Давай! Чё ты? Чё ты? Нате! Всё, мы его вырубили. Давайте поставим сразу же нескольких, чтобы против толпы, ребят, драться. Вот так вот мы их специально ранили, чтобы они нас избежали. Да. Давай, чё вы? Иди сюда. На тебе по яйцам. По харе. На. Чё ты, да? На. На, отойди, собака сутула. Блин. Чё ты, на, в яйца. Меня убили. Да. В общем, ребята, вот такая вот игра. Если вы захотите в нее поиграть, ссылку я оставлю в описании. Чё ты обезьян? Давай, подходи. На. Вот. Ссылку оставлю в описании. Это был обзор на самую первую версию Los Angeles Crime. Ставьте лайк, если он вам понравился. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а с вами был я, LadaFlay. Не прощаемся.